Ну, получается, что мы как бы плавно возвращаемся снова к тому вопросу о том, что украинской экономике нужна диверсификация, да, и большая ориентация на внутренний рынок. Это вопрос, который, я думаю, что было бы хорошо, если бы наконец-то они вплотную занялись. Потому что пока, может быть, какие-то точечные решения принимаются, да, действительно они есть, по снижению количества видов экономической деятельности, которые должны быть лицензированы, да, был принят закон, который уменьшает количество процедур и документации в строительстве, вот, но пока это очень маленькие шаги для того, чтобы радикально изменить ситуацию в стране.